Традиционно главным институтом воспитания детей является семья. В процессе непрерывного общения в кругу близких у подрастающего поколения формируется определенная модель поведения. Формирование человека как личности начинается с малых лет. Роль семьи в этот период очень важна. Именно эта тема подлежала обсуждению в семинар-совещании, которое состоялось в средней школе номер 10 с приглашением социальных педагогов и психологов образовательных учреждений. Первая с докладом на собрании выступила психолог школы номер 10 Равзат Мингбулатова, коснувшись своей речи вопросов профилактики суицидального поведения учащихся. Специфика представлений о смерти у детей такова, что у них нет понимания о том, что смерть необратима. Они думают, вот я сейчас умру, а потом вернусь. Самоубийство – это не всегда результат аутоагрессивности, направления агрессии на себя. Это саморазрушение. Тенденции к аутоагрессивности формируются в детском возрасте, где-то 3 до 9 лет. И мы с вами, увидев какие-то отклонения у детей, обязательно должны обратить на это внимание. Если говорить о том, что негативную роль в проявлении аутоагрессивности также играет заболевания детей – это неврологические заболевания, это внутричерепное давление, это психические заболевания детей. Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора воспитания. Далее на собрании выступила социальный педагог гимназии номер 3 Зайна Помарова, которая отметила, что главным образом от взаимоотношений, складывающихся в кругу семьи, зависит то, как ребенок будет воспринимать жизненные реалии и вести себя в обществе. Подражая взрослым, ребенок овладевает языком эмоциональной экспрессии, учится понимать эмоциональное состояние близких ему людей, получает первые представления о нормах и правилах поведения, об отношениях людей друг к другу, о человеческих ценностях. Атмосфера взаимопонимания в семье, педагогические знания родителей положительно влияют на развитие социальных и нравственных качеств. Именно в семье начинают формироваться те качества, чувства, привычки и навыки общественного поведения, от которых зависит, каким станет человек. Именно в семье дети получают жизненный опыт, делают первые наблюдения и учатся вести себя в разных ситуациях. Главным образом необходимо учитывать интересы ребенка в принятии определенных решений, отметили участники семинара в завершении. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».